Всем привет! Я Мегахист, и сегодня мы обозреваем нововведения, которые добавлены в игру с апшотом 13W0B. Итак, давайте начнем. Первое нововведение — это то, что добавилась новая руда, адская руда под названием Never Cross Or. Из нее выпадает вот такая вот штукенция, Never Quartz. И когда мы ее жарим в печке, то у нас получается Never Brick. А из Never Brick'ов мы делаем адские кирпичи, адские ступеньки и адские полуступеньки и адский забор. Итак, далее, следующее обновление, добавилась вот такая солнечный сенсор. Когда солнце, когда свет на нее попадает, то она дает редстоун. Какое время? Судя по времени, она вот сейчас у нас почти уже вечер, и всего лишь на 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 9 блоков. А когда будет ночь, уже будет, вот видите, вечер, то он уже только на 5 блоков. А когда будет совсем ночь, время вот столько, то сигнала редстоуна вообще не будет. И когда у нас будет светло, рассвет, то он будет вот так вот прибавляться, вот такой вот. И судя от факелов сейчас, мы поставим факел, и ничего не будет, потому что он реагирует только на свет солнца. Вот такое вот нововведение. Далее, нововведение добавляет Hopper. Выглядит он как надпись VIP, непонятную такую надпись, и или WIP, я не могу это разглядеть. И он добавляет вот такую штукенцию, и она выглядит как или как наковальня, как из наковальни, но наковальня выглядит по-другому, ресурс как из наковальни, как будто. Она, в чем ее, так, подождите, я что-то тут написала, в чем ее особенность? Она позволяет перемещать сундуки в печке, в раздатчике, во все, что есть инвентарь. Кроме, конечно же, нас самих. Кстати, у нее тоже есть инвентарь, вот такой, iTape Hopper. Сюда помещается очень мало всего. Вот у нас внизу сундук пустой, как вы видите. Кладем сюда любую вещь, например, Нарквайтс. И она перемещается в сундук. Например, кладем стак камня, дождь пошел, стак камня, и у нас он потихонечку отбавляется вот в такую штукенцию. Очень полезное нововведение. Следующее добавилось — это Trapped Chest. Давайте сравним обычный сундук и Trapped Chest. Как вы видите, у Trapped Chest есть такое оранжевое вокруг замочка, оранжевая штука. Итак, чем же они отличаются? Обычный сундук открывается и ничего не дает. А Trapped Chest активирует еще раз сундук, когда открывается. Тоже из этого сундука можно сделать какую-нибудь хорошую ловушку. Еще плюс, что без ловушки его можно сделать так. Он не соединяется, вот как обычный сундук. Вот, смотрите. Ставим. И далее мы тут вот не можем проставить, уже пробежать. А если мы будем вот так вот ставить, то у нас будет побольше там склад, я не знаю. Также Trapped Chest нельзя ставить вот вместе, промежуток тоже только вот так. Что-то давать. Очень хорошее тоже нововведение, чтобы сделать побольше, я не знаю, там какой-нибудь свой склад. Далее добавилось тоже новый блок. Блок редстоуна. Я думаю, что вы все поняли, как он крафтится. Он крафтится из 9 редстоуна, как блок железа. И что же он делает? Он дает редстоун сигнал. И его можно все-таки двигать любой вещью. Вот, например, давайте на двери вам покажу. Вот.
Так, это плохой пример. Давай Тлары Стоуни покажу. И можно какие-нибудь такие механизмы. Вот тут вам поют. И можно сейчас какой-нибудь такой механизм построить из этого. Вот какой-нибудь такой. Сейчас. Нет. Плохой. И можно взять вот такой механизм. И он активирует Redstone. Очень крутое тоже нововведение. Крипер, не мешай. Крипер, не мешай. Так вот, следующее нововведение. Ты не агр на меня. В чем следующее нововведение? Добавить две новые плиты. Золотая и железная. Ну что ж, в чем же их разница? Когда мы на них ступаем, они не определяют нас, тоже они не активируются с шага человека. Нужно на них кинуть количество блоков. Если мы кинем на золотую стак любых блоков, то активируются все 15. Но если мы кинем на железную, то активируются только 2. Мы можем еще один стак кинуть от чего-нибудь, и тогда у нас активируется 3. Ой, черт, слеза, сейчас. Вот, кидаем раздатчик в стак. И камни. Да, у нас активируется 3. И еще один стак у нас активируется 4. То же железная плита берет по 42, по 42 штуки. Эта штука, если я не ошибаюсь, берет по... Черт, сейчас можно как-то вот так подобрать осторожно. По 12, если я не ошибаюсь. Нет, 12 это 3. Значит, он берет по 4 штуки. 4 штуки равняется 1. А это, давайте еще раз проверим. Сделаем так, чтобы у нас был 42. Вот, 42. Если я не ошибаюсь, конечно, и кидаем на нажимную плиту. И у нас активируется одна штука. Или две. Две, потому что добавилось 43. Значит, 24 активирует одну штуку. Тут 24, тут 4. Крафтятся они как обычные плиты, но из железа и из золота. Вроде я ни о чем не забыл. Так. Ну и у меня, конечно же, есть новость. Я купил новый компьютер, так что скоро, когда я допройду Far Cry 3, ждите летсплеев по Far Cry 3, по новый летсплей по Майнкрафту и все в этом роде. Постараюсь установить шейдер на Майнкрафт. Да, ну вот что вот такая... Вот такая вещь. На этом все. Вроде обо всех обновлениях рассказал. Ссылочка на клиент, как всегда, будет в описании. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Добавляйте видео в избранное. Всем татушки.